Приветствую вас, друзья мои! Выйдя со станции метро «Спания», вы рискуете попасть в мир сладостей и подарков. Каждый из туристов хочет привезти из Рима что-нибудь вкусное, интересное и красивое. А в этом магазине вы можете купить разнообразный шоколад, печенье, конфеты, пудинги, закуски и все это в красивых красочных упаковках. Прекрасный подарок для ваших друзей и близких. Сейчас в Италии насчитывается около 50 таких магазинов. Только в Риме их 5. Есть 2 магазина на улице Тибуртино, на улице Тусколана, на улице Тритоне и здесь, возле станции метро Спания. Это вкуснейшее печенье из миндальной муки. Советую попробовать. Здесь просто отличные подарочные сувениры, самый настоящий мир сладостей. Да и магазин, посмотрите, какой симпатичный, что хочется каждую шоколадку и коробку конфет сфотографировать. А некоторые прямо устраивают здесь целые фотосессии. Так что прямо с самого начала видео предлагаю вам взять ручку и тетрадку и записывайте интересные для вас места, которые могут пригодиться вам для прогулок по Риму.
А это уже разноцветная паста. А как вам такая шоколадка, упаковка в форме письма из Ватикана? Еще паста. Красивое оформление пола из карамелей. Попкорн, чипсы и выход из магазина. Магазин работает с 8 до 23 часов. А вот и станция метро Спанья. Сегодня у нас будет спокойная и неторопливая прогулка по улицам, которые находятся возле площади Испания. Я покажу вам магазинчики и рестораны, которые находятся на этих улицах. Попытаюсь передать атмосферу вечного города. Ну а вы, дорогие мои зрители, после просмотра видео напишите мне, понравился ли вам такой формат прогулки. После того, как туристам запретили сидеть на грандиозной барочной лестнице в Риме, она стала смотреться более живой и светлой. Наряд полицейский постоянно дежурит и свистком предупреждает неосведомленных туристов. Но туристы не только присаживаются на лестницу, но и даже ложатся. Но в основном полицейские ограничиваются лишь предупреждением, как в этом случае. Этим 135 ступеням почти 300 лет. Испанская лестница – одна из самых известных достопримечательностей Рима. От площади Испания отходят несколько улиц. Прямо проходит улица Бабуинов, по которой мы недавно с вами гуляли. Сегодня я приглашаю вас прогуляться еще по нескольким улицам, отходящим от площади Испания. Прямо идет улица Бабуина, а слева находится Виа делла Кроче, улица Креста. Первое, что хочу показать вам на этой улице, это магазин Пастифичи, где изготавливают и продают итальянскую пасту, то есть макаронные изделия. Адрес этого магазина, пожалуй, знают все офисные работники округи и туристы, которые подготовились к поездке. Магазин открывается в час дня, и к этому времени у дверей выстраивается большая очередь. Здесь не только магазин, еще и лаборатория по производству домашней пасты. В час дня работники магазина готовят 2 подноса пасты с разными соусами по 4 евро за достаточно щедрую порцию. Пасту подают в одноразовых пластиковых контейнерах, плюс салфетка и столовый прибор. В стоимость 4 евро входит еще стакан вина или вода. Можно скушать пасту прямо в магазине или на улице. Вот такой обед на ходу в спартанских условиях без столов и стульев можно позволить себе за 4 евро. В четверг обычно бывают ньокки – это картофельные клёцки с томатным соусом. Я снимала видео в 3 часа дня. Если бы я пришла на час раньше, то смогла показать бы вам аншлаг из местных жителей и туристов. По-моему, этим все сказано. Это паста, которую здесь делают. Прямо идет Виа делла Кроче, по которой мы сегодня прогуляемся. Вот так со стороны выглядит магазин Пастифичо. В
котором вы можете быстро перекусить и продолжить свою прогулку по Риму. Соседние магазинчики. Самая лакомая часть вечного города – это джелато, мороженое. Прогуливаясь по центру, можно столкнуться с десятками джелатерий. Рекомендую каждому без исключения попробовать римское мороженое. На сегодняшней прогулке мы еще зайдем в популярные и знаменитые джелатерии, а пока давайте заглянем и сюда. Даже не знающему итальянский язык можно понять, из чего приготовлено мороженое. Все нарисовано. Эту остерию и пиццерию не очень жалуют туристы, но давайте заглянем и сюда. Очень люблю, когда интерьер украшают фотографиями из итальянских фильмов. На этой улице очень много ресторанчиков, остерий, троттерий и пиццерий, так что вы всегда можете выбрать более подходящее для вас. Пойдемте дальше. Мне очень нравится, что в Риме часто выставляют столы на улице или из окон ресторанов показывают, как готовят пасту. По-моему, это очень здорово. А вам нравится? Обычно я советую гулять по Риму утром, чтобы побыть наедине с вечным городом и рассмотреть его достопримечательности. Но чтобы посмотреть вот такие мини-спектакли, надо гулять по Риму во второй половине дня. Grazie, cara.
Магазин сладостей и шоколада «Венки». Мы в него зайдем, но в другой, который находится на улице Корсо. А здесь прям как живая открытка, посмотрите. Теперь давайте заглянем и сюда, посмотрим, что нам предложат. Обычно меню выставляют на улицу, чтобы туристам было удобно. Брускетта – это поджаренный хлеб, пицца и напиток – 12 евро. Закуски, паста, вода и кофе – 15 евро. Вот такой интерьер. Хочу заметить, что во всех таких заведениях работают кондиционеры. Оформление снаружи. Тут же вам предложат выпечку и мороженое. Очень радует, когда меню написано и на русском языке. Также на Виа делла Кроче много семейных продуктовых лавок, вот как это. Но цены иногда зашкаливают и пугают. Вы посмотрите, черный трюфель-то по какой цене? 350 евро. Здесь вам предложат пиццу и бутерброды. Давайте заглянем и сюда и посмотрим цены. Пицца продается на вес, цена указана за килограмм. Вот такой простенький интерьер, а напротив находится магазин спиртных напитков. Здесь вам предложат продегустировать спиртной напиток и даже дадут закусить. Если хотите продегустировать итальянские спиртные напитки, обязательно заходите сюда. Сейчас отсюда ушла очень веселая компания, видимо, дегустация удалась. Я уже по прямой по Виа делла Кроче дошла от площади Испании до одной из центральных улиц Рима – Виа дель Корсо. В
В этом конце улицы Виа-дель-Корсо виднеется алтарь Отечества и Пьяцца Венеция, площадь Венеция. С другой стороны улицы хорошо просматривается Пьяцца дель Пополо, народная площадь. Виа-дель-Корсо я захожу еще в одну маленькую узенькую улочку Виа-делле-Кароцци и иду в направлении Испанской лестницы. Уже в начале улицы чувствуются парфюмерные ароматы. Здесь находится рай для любителей духов. Модных новинок здесь нет. Этому магазину 400 лет. Здесь можно купить парфюм по рецепту, созданному для Екатерины Медичи перед ее отъездом во Францию, а также парфюм по рецепту 17 века с ароматом кожаных перчаток аристократов и многие другие необычные парфюмы. Цены здесь высокие, я даже заходить не стала. Французский магазин шоколада в нескольких шагах от Испанской площади. Отличный шоколад и конфеты. Кто хоть раз попробовал его, обязательно возвращается. Шоколад и конфеты сделаны вручную, с использованием высококачественных продуктов. Конфеты стоят 13 евро за 100 грамм. Дороговато? Конечно, дороговато. Но это того стоит. Здесь тоже дают дегустировать. И после дегустации, я уверена, вы обязательно их купите. Мороженое здесь тоже очень вкусное, попробуйте. По соседству в магазине сумочки вот такие продают. И опять мороженое. Ох, сколько же этих джелатерий в Риме! Табаккерия – это место, где продают сигареты, сигары, билеты на автобусы, метро, лотерейные билеты, а в этой табаккерии продают еще вот такие необычные карты. Еще интерьер ресторанчика, а это напротив магазин. И мы опять по прямой дошли до Испанской площади. Я сейчас направляюсь в сторону 13-метровой колонны непорочного зачатия Девы Марии. На колонне стоит статуя Девы Марии. По традиции, каждый год 8 декабря, праздник непорочного зачатия, пожарные поднимаются к статуе Девы Марии, чтобы вложить ей в руки букет свежих цветов. Здесь проходит Виа Кондотти, соединяющая площадь Испания с Виа дель Корсо. Виа Кондотти – это центральная улица шопинга, и там всегда много народу.
А для нашей прогулки я выберу другую улицу. Но по пути заглядываю в бары и магазины. Этот бар находится возле магазина Сефора на Испанской площади. Рядом же находится магазин перчаток «Сермонета». Здесь находится отличная коллекция перчаток мужских, женских, элегантных и повседневных. Сезон созревания каштанов – осень, и поэтому я советую пробовать каштаны в Риме именно в осенне-зимний период, чтобы не разочароваться во вкусе. Вот я уже и опять выхожу на Виа дель Корсо. Сейчас выберу еще одну улицу для прогулки. Эти средневековые надписи на домах гласят о том, что в Риме мусорить запрещено, иначе будут выписаны штрафы. Хотя этот ресторан находится в самом центре Рима, здесь очень много местных жителей. В меню много полезной и вкусной пищи. Блюда, приготовленные на пару, блюда для вегетарианцев, сыроедов, разнообразные смузи, фреши. Всем советую это место. Внутри не сняла, так как было много народу, но как-нибудь в следующий раз покажу. Там очень красиво. Интерьер весь во фруктах. Еще одна улица, по которой мы сегодня пройдем, она называется Виа ди Кампо Марцио. Сегодня вся наша прогулка была по району Кампо Марцио. Это действительно большой и густонаселенный район. Сюда входят две площади – Пьяцца Испания и Пьяцца дель Пополо. 13 улиц, среди которых знаменитые улица Кондотти, Бабуино, Виа дель Корсо, Рипетто, Маргутто, Систина. В этом районе находится 8 дворцов и 27 церквей.
По соседству в тихом переулке находится одинокая мастерская по ремонту мебели. Вот вам еще одна открытка. Буфет и табакерия. Давайте зайдем и посмотрим интерьерчик. В этом магазине можно приобрести что-нибудь для дома. Обожаю такие магазинчики. Я повернулась назад, чтобы показать вам часть улицы, по которой мы с вами прошли. А это еще один маленький переулочек. Здесь находится ресторан. Для любителей шляп на Виа Кампо Марцио есть магазин соломенных шляп. Я свернула с улицы и вышла прямо к одной из самых популярных джелатерий Рима. И вам советую побывать здесь. Народу здесь всегда много, но очередь двигается очень быстро. Мороженое здесь на любой вкус и цвет. Можно выбрать фруктовое мороженое, шоколадное, ореховое, со вкусом маскарпоне, печенья, шампанского. Смотрите, какой выбор. Здесь же можно купить сладости, выпить кофе или капучино. Посмотрите, сколько народу, это я уже иду к выходу, а с левой стороны стоит очередь в кассу. Цены на мороженое. Еще одна джелатерия – Венки. Она находится на Виа дель Корсо. Сортов мороженого здесь меньше, но вкусы безупречные. Тоже советую попробовать здесь мороженое.
Вот так магазин Венки выглядит с Виа дель Корсо. Стоит одинокая коляска. Подхожу, а там... Я еле удержалась от смеха. Ну кто ж такое чудо оставил посреди дороги? Я нахожусь на Виа дель Корсо, телефон у меня уже окончательно разрядился, и я направляюсь к метро, чтобы вернуться домой. Раньше у меня были видео по 20 минут, а сейчас стабильно по 40 минут. Ребята, кто-нибудь из вас их досматривает до конца? Напишите. Всем-всем-всем советую побывать в галерее Дория Памфили. Это красивый дворец с большой коллекцией искусств. У меня на канале есть видео оттуда, ссылку оставлю в описании. Обязательно сходите туда. Площадь Венеция и алтарь Отечества. Совсем недавно я снимала видео с самого верха алтаря Отечества. В октябре во дворце Бонапарта будет проходить выставка импрессионистов. Обязательно пойду туда, посмотрю дворец и выставку. Вот здесь, думаю, будет вход во дворец. А здесь по соседству находится бар и маленький ресторанчик. Наша сегодняшняя прогулка подошла к концу. Ставьте лайк, если видео вам понравилось, и делитесь им с друзьями. До новых видео, друзья!